Всем доброго утра. У нас 10:15 уже. На улице солнышко. Сегодня солнечное прям утро. Поэтому я аж две стирки сделала. Одна ночью стиралась, я ее уже развесила. И сейчас вторая стирается. Я сейчас хочу пойти на улицу, а Фонька уже на улице. А я пойду возьму вот этот горшочек. На дно сюда буду вкладывать пенопласт. Со своего этого возьму кусочки пенопласта, по-моему, здесь или здесь нет. В общем, сейчас возьму пенопласт, буду укладывать на дно, чтобы вставить туда шпажки для букетика. Ага, тут не пенопласт. Ладно, сейчас что-нибудь придумаю. Фанасий здесь пришел со мной, играется. Во что ты играешь с ним? В червячки, да? У тебя там много их? Один? Да, один. А там какие-то. Там еще есть один? Один. Так, пока Афанасий играет с червячками, я уже поставила цветочки. Алла, мама. Сейчас сфоткаем мама. Для Инстаграма. Алла, брала я пенопласт с блендера. Вырезала два таких вот тоненьких по форме... По диаметру этого горшочка два кружочка, туда я их вставила. И ты опять разбаловался. Пришло время готовить обед, и не знаю, не хотела я приготовить этот фарш, но достала такое мясо, которое из которого именно только фарш готовить, там всякие обрезочки мы откладываем. Поэтому я решила сейчас сделать рулет с яйцами, сделаю сейчас фарш с луком. И яйца вот буду укладывать и рулетиком заворачивать. И в духовке запекать. А вот мой помощник, главный шеф-повар. Да? Да. Так, у нас сейчас 4 часа. Фонька спит. Гриша сейчас уехал. Башка с Дешкой пошли еще там чуть петрушки пощипают своим постоянным клиенткам. Вот, а у нас опять тучи. Вроде бы было солнышко, день вообще начинался такой солнечный. Сейчас покажу, черные опять. Вот они какие. Опять погода к вечеру вообще портится. Так, а вот мой рулетик в духовке. Он, так, где здесь рулет? Он, в общем, это с яйцами внутри. Сейчас подрумянится и все будет готово. Я не снимала, как я его готовила. На самом деле очень просто. Фарш с луком. С солью и с перцем. Я его руками прям такой в размотала кусочек пищевой пленки, да, на него выложила фарш прям таким тоненьким блинчиком. Разложила яйца почищенные и все это, то есть сбоку сформировала рулет. Вот. Из пищевой пленки. Пищевую пленку убрала и его положила на пергамент. И, в общем, он теперь в духовке. Не знаю, сколько минут, 40, может быть, час. Смотрю по цвету. И готовиться он будет не очень долго, так как слой фарша там, ну, достаточно тоненький. Вот. Афонька спит. В общем, на обед у нас мы доедали вчерашние гречаники с салатом. И доедали суп. Вот. А на ужин... Нам же еще на день рождения сегодня, но в любом случае к 7 часам аж идти. В любом случае захочется всем перекусить, так что будем есть рулетик. И сейчас, может быть, маленькую кастрюльку пюре еще приготовлю. Так, ну что, пюрешечка варится. Надо уменьшить огонь, чтобы не это... Ага. Вот так вот. А вот рулетик. Дождь все-таки пошел у нас. Погода все-таки никак не хочет быть летняя. Опять надо будет косить траву. Газон. Фаня, что вы там с Дешкой? Смотрите погоду. Ты видел, где тучи там нарисованы? Дешка на Яндексе, да? Тут тучи везде. Еще тучи, да? Марина любит смотреть. Вот эти, и что там? Ей нравится, что тучами вот это ж. Угу. Ты видишь, как капает дождик? Да, весь край. Да, весь, ага. Весь край. Ты видишь, сынок? 6-10. Это что такое, тучи? Она была сейчас такая черная. Ну да, это прям... Тучи, дождик, кап-кап-кап. Ты понимаешь, что это такое, сынок? Скорее подбежали. Кто там к нам приехал?
Только ты здесь стой, хорошо? Там, иди, напугай костей, скорей. Никак не зайду быстро. Никому не говори, хорошо? Кто там приехал, ты знаешь? Напугай. Привет, Афаня. Здрасте, проходите. Где? Да вот сбоку. А, это эти комнатные фуксии. У нас уличная фуксия. Это у вас уличная фуксия? Да, но я не знаю, она может и комнатная. Она не бывает уличная. Скажи, мама, это со своим фотоаппаратом. Мама блогер. Снимай ее, снимай. Мама блогер, да? Покажи. 2 секунды поклевка вытянула. А потом погода резко поменялась. И рыба разбежалась. А пока хорошая была, да? Так, ну что, мы собираемся на день рождения. Олесю уже провели. И теперь будем собираться. Тетю Олесю, да. Все, мы едем уже. Опаздываем на 8 минут. Да подарки же сейчас понесете. Все, этот офигенный букет, как он мне нравится. Все, забегаем поздравлять Зоечку. А то мы так с машины ей не достали, да, Афонечка? Папа, а что там Афоню в собой? Я! Днём разница! А Зоечке есть надо. Она больше всего, да? Она, когда будут скрипеть. Привет, Заюня! Иди. Давай. Ануша, показывай. Поздоровайся с Сергеем. Иди, держи. Там можно кушать. Будем кушать. Она мало его. Ну, а что она прям стакан? Доставайте, доставайте. Зоечка, мы тебя поздравляем. Зоечка, у кого сегодня день рождения? А сколько тебе годиков? А что нужно тебе говорить? Да? Что говорить? 3-4. С днем рождения! Да, четвертый раз уже. Пропустите Асю. Ого, пришел ежик поздравить нашу Зою с днем рождения, да? Ежик, ежик, давай. Ежик, скажи ты. А понял, что он колючий? День рождения приносить ежика. Вы его далеко не выкинете. Вот вы на мой день рождения все ко мне. Он тоже не выкинет. Я не молодец. Кошка выкинет? И колючий, да? Куда? Все, дедушка понесет. Ящик он его положит. Дедушка понесет, он будет, он живет здесь. Да пусть, ежик. Дедушка сядет поужинать. Афоня. Афоня, у кого сегодня день рождения? Присаживайтесь. Зоечки. Зоин, что тебе там подарили? Покажешь? Самокат подарили? Да? У тебя теперь есть самокат? Еще велосипед, да, Зоечка? Ой, в том году на ноябре было Мишке день рождения, отмечала. Старых было меньше, чем детей. Ну, как лом 20 было детей. Что они творили у нас там? Елка не добавила. Давай, бабушка, открой. Заюня, помаши привет. Ты поехала? Ты что, сфотографировать. Бабушка шальбом подарила. Да. Башка, у нас альбом есть... для фотографий подарила, говорит, теперь родители деньги. Я говорю, давай не плацайте ребенка. Ради посмотрят. Да? Еще одна ляля у тебя, да? День рождения, тебе. Тебе сколько годиков? Привет. Ей 2. Сколько? 2. 2. Ей 2. Привет, держи. Ты красотка. С днем рождения. Что надо сказать? Тебе. Что надо сказать? Скажи, спасибо. У тебя сегодня самый хуже, у Маргариты хуже день в ее жизни, да? Ее жаба. Она в шоке. Маргарита, все подарки Зои. А у Зои, Маргуси есть телефон, да, Маргуси? Держи. Пойдем смотреть. Помогай, Маргарита, тебе. Афоня, а ты что, Бибибон? Зоя, с днем рождения.
Олег, высыпал глянь сколько, а две оливки внизу. Бёздэй тую. Днём рождения. Досины именины, испекли мы каравай. Вот такой вишенный, вот такой жирный каравай, каравай. Кого хочешь выбирай. Кого ты выбираешь? Кого выбираем? Тортик? Таня! Зоя, давай, Зина, Зина, Зина. Еще, еще. Дуй, 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 дуй. Ура! О, кто мне салат? А я мама! Что ты сделала? Ты дула сама? А как ты дула? Покажи! Покажи, как ты дула! Как ты дула, Заюн? Все, съедобно? Дайте мне, как ты попробовала? Тетя Вера, дайте мне! Да? А какая она? Как несъедобная. Очень даже съедобная. Он молодой человек. Глянь, откусил голову. Несъедобная. Съедобная, Миша? Вкусно, да. Зоечка, Зой, покажи коляску. Заюн, покажи коляску. Надо выспаться. Давай вот так повернем. Нет, тем более под дождик. Красивая коляска? Тебе нравится, Зой? Дождик-то классный. Ты теперь будешь куклу спать укладывать? Да, и холодно. Это все. Так, соседи, ну вам не закрывать. Там калитка открыта, я не закрывал. Там перепрыгивать надо. Там перепрыгивать, там поток. Мы уже домой, здесь дождь лупит вообще. Так, мы уже дома, тут льет, я не знаю, вам слышно, но льет очень сильно. Марсик даже на стол забрался. Спокойной ночи. Спокойной ночи, мой хороший. Завтра партию надо сыграть. Да, завтра еще будем звонить, потому что сыграл какой дождь, не знаю. Алло. Да, что там с линейкой? Потому что сейчас написали в группе, что пришла типа приказ с района, что линейка должна быть все равно на улице, несмотря на то, что какая погода и стоит там с зонтами. Ну знаете. При плюс 13, при таком холодном для нас, это прям холодно. И стоять, мерзнуть как-то не хочется. Поэтому, не знаю, завтра позвоню, все узнаю, посмотрим еще на погоду. Если будет такой дождь, то останемся дома. Да, мой котик? Давай спать. Все быстренько уберу в холодильник. Здесь немножечко пюре осталось. И вот этот вот рулет, он оказался очень вкусным, кстати. Поэтому, если что, не знаете, что приготовить из фарша, вот этот рулет очень вкусный. Да? Говори всем пока. Пока. Лапа. Папа. Ты спать, да? For all the times that you ain't on my parade and all the clubs you get in using my name, you think you broke my heart, oh girl, for goodness sake. Think I'm crying on my own, well I ain't.